22 августа в Нефтекамске будет ясно. Температура воздуха утром плюс 23-24 градуса. Днем температура окажется на отметке 29-30 градусов выше нуля. Вечером столбик термометра покажет плюс 28-29 градусов. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752-754 миллиметров ртутного столба. Народная примета гласит, если курица на одной ноге стоит, это к стуже. Передаю привет всем родным и близким. Застройщик ООО «Сальвия» предлагает комфортабельное жилье для молодых в микрорайоне «Радужный». Одноподъездные 10-этажные жилые дома, консьерж-сервис, отдельная комната для хранения колясок и санок, улучшенные грузовые и пассажирские лифты. «Сальвия». Подробности в отделе продаж. Улица Дорожная, 15А. Телефон 7027. 7027.